Тема сегодняшней лекции – сервис пассажирских перевозок. Вопросы, которые мы рассмотрим – место сервиса в транспортном обслуживании населения. И второй вопрос – сегментирование рынка пассажирских перевозок, маркетинг транспортных услуг. По первому вопросу – место сервиса в транспортном обслуживании населения. Повышение качества жизни населения во многом зависит от сферы услуг, предоставляемых в быту, производстве, во время отдыха, в социальной сфере, в том числе и на транспорте. В крупных городах до 70% трудоспособного населения ежедневно пользуются услугами транспорта. Комплекс услуг, предоставляемых железнодорожниками, пассажирам, с одной стороны, создает благоприятные предпосылки для труда, отдыха, лечения, учебы и так далее, что в итоге влияет на производительность труда трудящихся, повышает культурный уровень и качество жизни населения, с другой стороны, увеличивает набор услуг, железнодорожный транспорт обеспечивает рост доходов от пассажирских перевозок за счет повышения качества перевозок, привлечения дополнительных клиентов. Развитие сервиса в пассажирских перевозках в перспективе становится основой для привлечения пользователей железнодорожного транспорта и повышения рентабельности перевозок независимо от форм собственности и характера функционирования пассажирских компаний, сетей сервис-центров. Оказываемые услуги воздействуют на конечный результат, величину доходов и рентабельность работы транспортных компаний, организаций. В пассажирских перевозках социально-культурный сервис – это организованная система обслуживания, позволяющая потребителю, пассажиру выбрать для себя оптимальный экономически выгодный вариант потребления предоставляемых товаров и услуг по транспортному обслуживанию с целью создания комфортных условий совершения поездки. Для обеспечения высокого сервиса в перевозках пассажиров необходимо соответствующее техническое оснащение и инфраструктура. Без комфортабельных современных вагонов, без соответствующего технического и технологического сервиса немыслимо конкурентное с другими видами транспорта сервисное обслуживание населения на железнодорожном транспорте. Основная роль в сервисном обслуживании пассажиров при перевозках возлагается на пассажирские компании и сервис-центры. Сервис в пассажирских перевозках рассматривается не как деятельность, добавляющая потребительскую стоимость основной услуги перевозки, а как система обеспечения, позволяющая улучшить условия перемещения пассажиров на железнодорожном транспорте, повысить его конкурентоспособность на транспортном рынке. Существует ряд требований, которые должны учитываться и соблюдаться пассажирскими компаниями и сервисными центрами. Это обязательность предложения населению и выполнения комплекса услуг. Пассажиры должны быть информированы о сервисных услугах, оказываемых на начально-конечных станциях, то бишь вокзалах и вагонах в пути следования. Пассажирские компании, сервисные центры и их сервисные структуры должны принимать только те обязательства по договорам, выполнение которых могут гарантировать, а принятый заказ на выполнение сервисных услуг должен быть документом, обязательным к исполнению всеми причастными организациями и структурами. Необязательность использования клиентом сервисных услуг. Работники сервисных центров, пассажирской компании и их структур не должны навязывать клиенту сервис. Эластичность сервиса. Сервисные услуги должны предлагаться пассажирам от единичных или минимально необходимых до максимально целесообразных, набор которых определяет сам клиент. Удобство сервиса. Сервис должен предоставляться в том месте, в такое время и в такой форме, которые устраивают клиента, пассажира. Техническая адекватность сервиса.
Технический уровень пассажирского подвижного состава и его оснащение съемного и несъемного инвентаря и оборудования должен быть адекватен технологии сервиса. В противном случае не будет достигнуто соответствующее качество обслуживания. Потребителя интересуют свои проблемы, а не проблемы производителя. От технического несовершенства оборудования в поездах и на вокзалах качество сервиса не должно страдать. Отсюда возникает необходимость создания оригинальных технических решений специально для технологии сервиса. Информационная отдача сервиса. Пассажирская компания должна прислушиваться к информации, которую может выдать служба, подразделение вокзала, поездная бригада проводников, отдел сервисного центра относительно сегментов пассажиропотока, реализации товаров и услуг, об оценках и мнениях клиентов, поведении и приемах сервиса конкурентов и соответствующим образом реагировать на нее. Разумная ценовая политика в сфере сервиса, она может оказывать существенное влияние на потребление населением товаров и услуг не только железнодорожного транспорта, но и его партнеров. При продаже пакетов услуг в этом случае сервис должен рассматриваться не только как источник дополнительной прибыли, но и как инструмент укрепления доверия покупателей и партнеров по комплексному сервисному обслуживанию. Гарантированное соответствие производства сервиса, добросовестно относящийся к потребителю производитель товаров и услуг будет строго и жестко соизмерять свои производственные мощности с возможностями сервиса и никогда не поставит клиента в условия «обслуживай себя сам». Вместе с тем должны быть установлены требования к каждому виду услуг для последующего контроля за качеством и сертификацией. Основные задачи транспортного сервиса в пассажирских перевозках. Повышение доходов от перевозок пассажиров и оказания сервисных услуг. Маркетинговые исследования спроса населения на перевозки и услуги на основе анкетирования опросов, статистических и прогнозных данных о развитии курортных зон и зон отдыха, экономического развития регионов и других факторов. Создание развернутой сети сервисных центров. Лицензирование, стандартизация и сертификация сервисных услуг на транспорте, создание сетевой информационной автоматизированной системы, резервирование и продажи основных и дополнительных транспортных услуг, создаваемых сервисными центрами, пассажирскими компаниями, их структурами и другими организациями, работающими на договорной основе. В информационной системе должны быть созданы базы данных, доступные сервисным центрам, пассажирским компаниям и ее структурам, содержащие правила и условия перевозок пассажиров на железнодорожном и других видах транспорта, правила проживания, отдыха, лечения, перечень сертифицированных и лицензированных сервисных услуг и коды, количество и сроки выполнения на каждом назначении плана формирования пассажирских поездов по каждому сервисному центру станции, вокзала и в целом по каждой пассажирской компании. Тарифы, скидки и цены на услуги, величины штрафов за невыполнение договорных обязательств, действующие в сервисных центрах, пассажирских компаниях на железных дорогах стран, связанных единой железнодорожной сетью, а также на других видах транспорта, учет проданных, выполненных, отклоненных и неудовлетворительно исполненных заказов на услуги. Основным документом, опосредствующим перевозку пассажиров и багажа, является договор перевозки, по которому дорога обязуется доставить пассажира и его багаж пункт назначения, предоставив ему место в поезде согласно купленному билету, а пассажир обязуется оплатить стоимость проезда по установленному тарифу, а в случае сдачи багажа сверх установленной нормы стоимость перевозки
Факт заключения договора перевозки пассажира удовлетворяется билетом. В стоимость услуг перевозки входит оплата права проехать по дороге на определенное расстояние по тарифу перевозки, стоимость плацкарты, право пассажира на свадебное место в вагонах различного класса, плата за страховку при возникновении несчастного случая, комиссионный сбор за услуги по предварительной продаже билет и другое. Иногда в стоимость услуг включают различные местные сборы и доплаты, сопутствующие питание, напитки, постельное белье и другие. И дополнительные услуги предоставляются пассажиру за отдельную плату. Для обеспечения терминологического единства при выборе показателей качества транспортных услуг в пассажирских перевозках служит государственный стандарт. Ну, это в России. ГОСТ 51-004-96, услуги транспортные и пассажирские перевозки, номенклатура показателей качества. При сервисном обслуживании необходимо учитывать потребности массовых групп пассажиров, сгруппированных по целям поездки и другим признакам не только в количестве предоставляемых мест, но и своевременности предоставления. Для осуществления основной цели поездки необходимо, чтобы расписание движения поездов учитывало время перемещения пассажиров от дома до места начала поездки, время в пути следования поезда и время на перемещение от прибытия поезда в конечный пункт до места проживания, работы или учебы было бы минимальным. Сокращение непроизводительно используемого времени пассажиров способствует так называемые интегрированные расписания. Потребность пассажиров в таких согласованных расписаниях или контактных графиках движения поездов с общественным городским автотранспортом, самолетами, речными и морскими судами, паромными переправами достаточно высока и достигает 87% от числа респондентов. При неудовлетворении потребностей пассажиров в удобном расписании и в обеспечении минимальных затрат непроизводительного времени, они переходят на другие виды транспорта, где эти потребности удовлетворяются или снимают потребность в поездке путем изменения места работы, учебы, отдыха, лечения и т.д. При планировании пассажирских перевозок и сервисном обслуживании необходимо в первую очередь учитывать не только спрос и частоту поездок, но и биологические потребности населения. Сюда можно отнести потребность в пище, воде, свете, чистом воздухе, температурном режиме, в вагонах поезда, подвижности и ряда других. На железнодорожном транспорте, в отличие от авто- и авиаперевозок, ряд этих потребностей пассажиров остается без должного внимания, особенно в пригородных перевозках. Особое место в сервисе занимают санитарно-гигиенические потребности пассажиров. Дети и взрослые пассажиры с различными психофизическими особенностями и биологическими потребностями испытывают большие неудобства при совершении поездок в электропоездах с временем в пути следования больше 1 часа, а также в поездах дальнего следования, когда закрываются туалеты при проследовании экологически охранных зон и длительных стоянков. Потребности пассажиров в основной услуги, перевозки и дополнительных сервисных услугах лежат в основе разработки маркетинговых программ транспортного обслуживания населения, которые должны разрабатываться пассажирскими компаниями и сервисными центрами не реже 2 раз в год, вместе с вводом нового графика движения поездов и публиковаться в расписании движения поездов. Не менее важным является вопрос обновления вагонного парка на перспективу. В основе требований к новым типам вагонов, их внутреннему оснащению и оборудованию должны лежать человеческие потребности, которые за последние десятилетия существенно изменились. Спрос – это желание пассажиров, подкрепленное их покупательской способностью.
Желания людей сами по себе почти безграничны, но их ресурсы ограничены. Люди могут покупать лишь те товары и услуги, которые в большей степени, чем другие, могут удовлетворить их потребности за те деньги, которые они могут позволить себе потратить на эту покупку. Люди выбирают для себя на транспортном рынке те товары и услуги, которые предлагают им благо, способствующие максимальному удовлетворению их потребностей в диапазоне их желаний и финансовых ресурсов. На практике различают следующие виды спроса. Потенциальный, формирующийся, сложившийся и сезонный. Все эти виды спроса имеют место в пассажирских перевозках, требуют заблаговременной разработки и внедрения маркетинговых программ сервисного обслуживания населения в зависимости от складывающейся обстановки на рынке транспортных услуг. Спрос всегда является вторичным. Основа спроса – это человеческие потребности, существование человеческих потребностей, желаний и потребительского спроса предполагает, что на транспортном рынке должны существовать товары и услуги, способные удовлетворить и то, и другое, и третье. Сегментирование рынка пассажирских перевозок, маркетинг транспортных услуг. Для определения и изучения потребностей населения в транспортных услугах производят маркетинговые исследования транспортного рынка по различным параметрам: цели, дальности, частоте поездки, роду деятельности, полу, возрасту, среднемесячному доходу потребителей, отношению их к характеристикам и параметрам основной услуги перевозки и к набору дополнительных услуг. Каждый из этих параметров может быть принципом сегментации рынка, то есть деления его по каким-то признакам. Сегмент рынка – это выделенная каким-либо способом часть рынка, обладающая определенным одним или несколькими общими признаками. Признак – это способность выделения сегмента. В качестве способа выделения сегментов можно применять методы анкетирования пассажиров, обработки статистических и отчетных данных видов транспорта, городов, областей, краев и республик. Объектом сегментации могут являться потребители, пассажиры, их желания и потребности, и производители транспортных и других услуг, их предложения в дополнительных и сопутствующих услугах, технические, технологические и другие ресурсные возможности. Железнодорожные компании ищут и обслуживают широкие однородные сегменты группы покупателей транспортных услуг, различающихся характером спроса и покупательским поведением. В результате обследования пассажиропотоков в дальнем и местном сообщении определяются ключевые параметры поездки, удобные расписания отправления и прибытия поезда, время в пути и маршрут следования, стоимость билета, а также потребность различных сегментов пассажиров на места в различных типах вагонов, в их внутреннем техническом оснащении и комфортности, в наборе дополнительных сервисных услуг в зависимости от уровня покупательской способности и дальности поездки. Сегментация в пригородных перевозках должна определить в первую очередь структуру пассажиропотока по времени суток, дальности следования, цели поездки, характеристики и параметры основной услуги перевозки и адресные расписания пригородных электропоездов для удовлетворения платежеспособного спроса населения в рабочие, выходные и праздничные дни. Во-вторых, определяется класс вагонов, параметры и характеристики их внутренней среды и набор дополнительных услуг. На практике единого способа разбиения транспортного рынка на сегменты нет. Наиболее значимые факторы для этого – географическое, демографическое, психографическое и поведенческое. Для сопоставимости информации, получаемой в результате обследования рынка пассажира и возможности ее использования как внутри одного вида транспорта, так и для других видов транспорта, необходима унификация и стандартизация основных признаков разбивки рынка. Это позволяет транспортникам взаимно использовать результаты обследования рынка потребителей транспортных услуг
и снизить затраты на проведение исследований по изучению их потребностей. Транспортное обслуживание дает множество примеров сегментации по различным признакам. Качество переменных в сегментации для деления транспортного рынка дополнительно могут рассматриваться и другие факторы. Виды сообщений, пригородное, местное, дальнее, виды перевозок, внутренние, международные, смешанные, временные периоды, расстояние следования пассажиров, конкуренты, перевозчики. Выбор сегмента транспортного рынка производится по различным критериям. Критерии – это способ оценки сегмента рынка. Обоснованность выбора характеризует доступность. Она определяет, в какой степени данный сегмент поддается влиянию и может быть привлечен и обслужен. Измеримость показывает, в какой степени могут быть измерены объем и покупательская способность сегмента. Доходность свидетельствует о степени прибыльности сегмента как рынка. Возможность освоения рынка в основных дополнительных и сопутствующих услугах. Различает следующие виды сегментации потребителей рынка транспортных услуг. Географически, демографически, психографически, по типу поведения, по конкурентам. Сервисным услугам, транспортным, туристским, гостиничным, как и любым другим услугам, присущи специфические черты. Неосязаемость, неразрывность производства и потребления, непостоянство качества и несохраняемость. ОАО «Ужилдорпас» проводит большую работу по адаптации железных дорог к рыночным условиям, сохранению их целостности, работоспособности и экономичности. Однако железнодорожники, полагаясь на интуицию и накопленный опыт, в целом ряде случаев теряют свою долю пассажиропотока на транспортном рынке. Не только на коротких, но даже на средних и дальних расстояниях, главным образом в пользу автомобильного и авиационного транспорта. Финансовое положение пассажирских перевозок остается тяжелым. На этом лекция закончена. Спасибо за внимание.